Песню «Ордена» исполняет Сергей Лянко. Наше небо прозрачнее. Я бы мог рассказать той старушке, как плакали горы, как снега вдруг калели от ярко-рябиновой крови, и как быстрые реки топили последние крики. Небо швыряло на землю горящие миги. А еще расскажу, как врывается горе в квартиры, как безумную мать не могли оторвать от могилы. И тогда ты, старушка, поймешь, ты меня не отсудишь. Откликнул автомат, но этот клич был послан наугад. Лишь миг один успеть бы тянуть, я оглянулся и окликнулся на зов, вставая, был жив. Еще вставал, уже был мертв. Лишь миг один решает, кому быть с кем. Лишь миг сомнения, затем шагнул к бессмертию, безжизненному я. Но кто-то жить остался, значит, смерть моя не зря. Объявляется минута молчания. Память всех погибших звучит песня «Верните память» в исполнении Тетиевской Ольги. Я
Молодым и буду жить коротким словом, в журчащем ручейке жемчужин молчание обелисков осторожно, в жемчужинах росинок на листве, и в небесах, промчавшись яркой черточкой, за дальним полем, в темноте ночной, траву упала голубая звездочка, и загорелась золотой звездой, объятна вечность тишиной звонкой, в тяжелой, напряженной тишине. Склоняют низко головы потомки в молчании суровом надо мной. И надо мной склоняются березы в торжественной и скорбной тишине. Сияют в небе голубые звезды над каждым из живущих на земле. На сцене цирковая студия «Аллегро». Awesome.
бед и страданий принесли нашему народу эти 9 лет и 51 день жестких страданий в чужом краю. Но и там, в далеком Афганистане, советские войны проявили свои лучшие человеческие качества – мужество, стойкость, благородство. В неимоверно трудных условиях боевой жизни, вдали от дома, ежечасно подвергаясь опасности и подчас смертельной, они сохранили верность в военной присяге, воинскому и человеческому долгу. Для вас поет народный вокальный ансамбль «Рассвет». Мы отшали мои сына,
армейские штабники и замполиты, партийные комсомольские работники, учителя и врачи, агрономы и архитекторы, геологи и связисты, журналисты и строители. Около миллиона советских людей прошло через горнило Афганистана. Немало полегло их на той каменистой земле. Тысячи погибших и умерших от болезней и ран. Сотни пропавших без вести. Для вас звучит вальс в исполнении духового оркестра «Нота». Акварель.
тревожить всех нас голоса погибших и живых участников афганской войны. Эта война будет всегда жить в стихах и воинских песнях, напоминая о ненужности войны, о ее трагизме и мужестве советского солдата. Песня, которая сейчас прозвучит, дань памяти, мужеству всех участников афганской войны.